Нет, а что фантазия? В Ленинград станет столицей, все туда приедут. А все, что было в, вот, на территории Москвы, это будет, знаете, как, наверное, какой-то такой зеленый заповедник, может быть. Такой вот, такой островочек такой, лесов, полей, рек. И не надо будет выстраивать, не надо. Надо будет оставить все-таки природе вот это вот. Приезжать со всей России сюда с палатками, какими-то, понимаете, там, шашлычками. Так, урбанистическая очень Россия уже становится, понимаете? Хочется все-таки вот уже... Я вот не могу поехать туда, где поля вот эти шикарные, это далеко. А так это раз, из палатки выходишь, и все это, понимаете, здесь у твоих ног. Нет, не надо ничего выстраивать, не надо. Ну, может быть, только метро оставить.